В Ярославской области сокращаются долги по зарплате. За месяц сумма задолженности в регионе снизилась на 15%. Данные опубликовала Федеральная служба государственной статистики. В Ярославской области насчитали больше 9 миллионов невыплаченной зарплаты. Это один из лучших показателей в Центральном федеральном округе. Для сравнения, в Тверской области, где проживает примерно столько же человек, долг по зарплате выше в 4 раза.